друзья, сегодня мы с Ваньком вырвались на рыбалочку на зимнюю со льда. Находимся мы на Краснооскольском водохранилище в районе села Новоплатоновка, Боровской район. Будем ловить сегодня плотву густеру, попытаемся поймать щуку. Все, что будем ловить, обязательно отснимем, покажем, на что, чем будем ловить. Все вы увидите в этом видео. Всем приятного просмотра. Поехали. Итак, это наша палатка. Мы будем в ней ловить рыбу. Вот наше водохранилище. Это наши лунки закормленные. Это Ванек. Вон еще луночка наша одна закормленная. Ну, будем ловить с этих лунок. Так решили. В палатке у нас две луночки пробурено. Все, залазим в палатку. Будем ловить. Начали ловить рыбку. Поклевывает у нас мелкая густерка пока что. Вот, сейчас расскажу немножко о удочке. Вот, ловлю я на вот такую балалаечку. Стоила она раньше 10 гривен. Сейчас не знаю сколько. В районе, может, 20-ки. 15 гривен. Вот. Лесочка 0,1. Вот написано у меня 0,1. Я пишу на балалаечках таких вот. Вот тоже 0,1. 0,12 есть у меня. Разные. Такой кивочек. Лавсановый, кажется. Вот. И мормышечка. Мормышечка. Вольфрамовая. Сейчас покажу. Вот такая вот мормышечка. Если видно. На фоне маленькая дробинка. И ловим на мотыля. Мотыля. Есть у нас еще опарыш. Вот. Сейчас покажу вам. Мотылика цепляем за голову и за хвостик. Так вот мотылик и отправляем в луночку. Глубина под нами примерно 2,5 метра. Начинаем ловить, играть. Была поклевочка. Оп, есть рыбешка. Плотвичка. Вот такая вот плотвичка. На живца мы ее возьмем. Более рогатый, да? Урода. Дети смотреть будут, блин, видео. Вот, на
щечку. О, клюет. Оп, нет, мимо косы. Стерворка. Съел моего мотыля. Ну давай еще попробуем. Сейчас на сопле попробуем половить. Что, руки замерзли? И на сопли клюет. Ты что ты будешь делать? О, есть. Сама выпрыгла из лунки. Отличка. Покажешь на камеру. О, черная, жопцовая. Топ туда, да? Ага. Я все-таки выманил. Улё, волосатый. Пацанчик. Пим-пим-пим. Пусть будет. На таран. Сейчас мы новую мотылька подцепим. Уже полосатый подошел. Мне надоело. Настоящую удочку ловится, но неплохо. О, лапичка. Такая вот. Зачем? На живца. Нас обурили с разных сторон. Но мы не признаемся, что у нас тут клюет. О, мастера. Неплохая, неплохая ладошечная густерка. Не хочет пойти. Да-да. Ну что ты было? Клевать будешь? Клевать будешь? Че не будешь? Клюет? Нет. Вот. Ну. Пюм-пюм-пюм. Не.
горячую удочку не хочет ловиться. Поиграем, значит. Съела мотылё, че не съела. Нет, не съела мотыля. Ого, сопротивляется. Да, сумасшедшая такая. Такая вот. Костёрка. Ну, вот такой вот мотылька. Мормышечка. Ваня, расскажи про свою удочку. Что у тебя там за снасть? Итак, зимняя жерлица представляет собой кусок транспортировочной ленты, с намотанной на нее леской. Леску мы используем примерно 0,3, один конец которой фиксируется на тросточке, вырезанной заранее. Расстояние между тросточкой и самой резинкой составляет 1,5-2 метра. Это не принципиально. Чтобы отмерить глубину, она у нас в среднем составляет от 4 до 5 метра, мы пользуемся грузилом. Имеется обычная застежка, которой мы это все дело пробиваем. Глубину мы фиксируем кемериком со спичкой. Когда грузило достигло дна, этот кемерик должен касаться кромки льда. Затем мы этот кемерик будем опускать на то расстояние, которое является 1,5-2 метра от резинки до веточки. Излишек наматываем на резинку. Затем берем этот кембрик и отводим еще сантиметров 20-30. Это является расстояние, на котором будет жилец плавать от дна. Леску фиксируем в прорези на резинке. Берем живца, имеется иголка самодельная. Иголкой проводим под кожей и протягиваем петельку. Затем берется двойник. Двойник крепится к этой петле. Можно петля в петлю. И аккуратно заводится обратно наша живца. Теперь берем всю нашу снасть и аккуратно опускаем на дно. Опускаем все это дело медленно, чтобы внизу все не перепуталось.
Ну и чтобы жерлица не провалилась, как раз эта палочка и фиксируется над лункой. Чтобы в итоге пометить все наше место, мы вставляем тычку и засыпаем снегом. Проверочная лунка будет сверлиться рядом. Вот так выглядит наш вариант подзорной жерлицы. Поклевка щуки. Сейчас раздолбим. Это у нас подледная жерлица стоит здесь. Сейчас мы ее попытаемся поймать, эту щуку. В главных ролях Ивана Мельченко и щука. А себя забыл? Я сейчас подтянусь, я ж багор. Я как всегда в роли багра выступаю. Все, поехали. Достаем жерлицу. Вот такую щучку мы заловили. Сейчас мы ее будем поклевка щуки. Раздолбали малёковую. И сейчас я покажу, как доставать подлёдную жерлицу, чтобы ее не снимать. Нам понадобится вот такая вот проволока.
Вот и все, закончилась наша рыбалка. Поймали мы сегодня с Ваней примерно 7 кг устеры с плотвой. Клев был довольно-таки неплохой. Все не снимали, потому что это все банально, однообразно. Как бы рыба в кадре побывала. Отсняли щучку неплохую. Вот. Вот щучечка. Кому было интересно, ставьте лайки. Кому было неинтересно, дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много чего интересного. Зима только началась. Первую неделю лед у нас стоит. Так что до новых встреч. Пока.